По традиции наши спортсмены оказались в числе лучших спортсменов Кубани. Славянский район принял участие в краевых спортивных смотрах-конкурсах. В одном из них на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства в номинации «Сельские спортивные клубы» первое место занял физкультурно-спортивный клуб «Спорт и отдых» с Протокского сельского поселения. Глава Протокского сельского поселения и по совместительству директор клуба «Спорт и отдых» Владимир Симоненко поздравил ребят с победой и поблагодарил их за активное участие в жизни поселения. В состав клуба входит практически вся молодежь поселения в возрасте до 30 лет. Благодаря такой талантливой и грамотной молодежи, как у нас на Кубани и в нашем Протокском сельском поселении, благодаря ему мы занимаем первые места в крае. Главная задача клуба «Спорт и отдых» – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и всего населения. В Протокском есть все для этого условия. В Протокском сельском поселении имеется 4 футбольных поля, 1 стадион «Колос» и 6 спортивных залов, а также 6 спортивных площадок. Мы всеми силами стараемся обеспечить условия для того, чтобы молодежь занималась спортом. Самое главное, что ребята с удовольствием занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и прославляют победами свою малую родину. Участвовал в многих соревнованиях по баскетболу, волейболу, лапте и турслете. Очень понравилось, особенно турслет. Много новых знакомств, увидел много новых друзей с разных клубов. У нас очень много кружков: волейбол, баскетбол, гандбол, регби, легкая атлетика, тяжелая атлетика. Ребята по вечерам бегают на стадион, на стадионе ходят в зал. Вот, то есть все условия для этого созданы. Есть тренировки как для младших, так и для взрослых. Спортивный клуб Протокского своей победой доказал, что массовые занятия физической культурой и спортом развиваются на селе и стали для жителей не просто любимым занятием, а образом жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».